На заметку всем путешественникам 11 января на широте Мурманска после 40 дней полярной ночи встречают первый рассвет. Это событие ежегодно собирает на солнечной горке неравнодушных людей. Многие специально приезжают посмотреть на лучики небесного светила. Вот только облака могут скрыть их от людей. Смогли ли увидеть солнце в этот раз, за горизонтом наблюдала Мария Ребенкова. Более 100 человек приехали встретить солнце. Атмосфера потрясающая, все танцуют, поют и готовы провожать полярную ночь. Первый рассвет участники события ждали на сопке «Солнечная горка». Всем пришедшим выдавали памятные значки, а также поили горячим чаем, угощали сладостями. Играла музыка, и чтобы не мерзнуть, активные северяне водили хороводы. Объединяемся в один большой хороводе. Настроение у мурманчан было самое, что ни на есть приподнятое. Среди участников были и те, кто рассвет ходит встречать регулярно из года в год на протяжении многих лет. Например, как Анатолий Лапко, который в это время поднимается на самую высокую в черте Мурманска сопку 11-й раз. Я мурманчанин уже 6-й десяток лет, как приехал на север. Вот. Это интересное астрономическое явление. Как моряк я знаю, что это такое, вот, восход солнца. Ну а для северян это тем более, это какое-то единение людей. Это радость всех, и больших, и маленьких. Ну а главное, вот повторю, это единение земляков, единение людей. Все мы вместе, вместе сила, как говорится. Вот, поэтому и хожу. Здесь радостно, весело, хорошо. Все, кто хочет, и угощают даже. Традиция встречать первый рассвет после 40-дневной полярной ночи появилась еще в 2007 году благодаря инициативе мурманского эколога Александра Пюцсепа. Его затею до сих пор поддерживают многие горожане. Это такое событие, конечно, очень важное для северян. Я сюда ехала, прям такие испытывала эмоции, наверное, самые сильные в этом году пока что. Это я еще его даже не видела. Вот, ну, распогодилось, смотрю, надо ехать. Решила я. Я знаю, что здесь движение такое активное. Ну, чтобы забраться на самую верхнюю совку, надо быть таким активным человеком. Все пассивные, медведики спят пока. Они увидят солнце чуть попозже, а мы, может быть, сегодня. Мне очень нравится, потому что солнышко очень ждем, вот, каждый год. И вот этот вот момент, на самом деле, после полярной ночи, кажется, что все, впереди теперь лето, тепло и счастье, наверное, так. Помимо мурманчан, как оказалось, на солнечную горку приехали даже представители других городов. Например, из Полярного и Апатитов. Не первый раз, я уже не помню сколько, я, наверное, лет 5-6 уже езжу сюда. Раньше только читала в новостях, но здесь-то уже достаточно долго. То есть эту историю от истока, от Пюцсепа и дальше я знаю. И потом из Полярного однажды сюда приехала, и теперь каждый год приезжаю. Зарабатываю в Новый год отгул специально для этого дня и приезжаю сюда, чтобы подзарядиться. Зарядиться солнцем, позитивом. Ну, мне кажется, встретить солнце, это, то есть у нас, например, вот в нашем полярном крае, это очень торжественно надо сделать. И тем более посмотреть такой вид на Мурманск красивый. От этого хоровода, от этих людей в первую очередь идет тепло. Да, мне вот, например, мне нравятся вот такие вот активности на улице. Это очень согревает, правда. Вот Максим, например, из Апатитов приехал специально для этого мероприятия. Ничего себе, так все туда надо начинать. Важный факт вообще-то, да. На солнечной сопке мы даже встретили Виталия Макарова, метеоролога и основателя группы «Погода в Мурманске». Он, как всегда, в центре событий и рассказал нам свой прогноз на этот восход солнца. У нас вот на самом горизонте, если видите, там полоска облаков, и чуть-чуть выше этой полоски облаков есть маленький просвет. Так как солнце сегодня на очень низкой высоте, оно может не допрыгнуть до вот этого просвета и может просто не появиться, не хватить высоты солнца. Поэтому мы верим, что либо просвет чуть подопустится, либо, ну, солнце там чуть-чуть повыше подпрыгнет, чтобы оно появилось. Эмоции исключительно положительные. Много людей собирается каждый год на этой сопке. То есть это
такое массовое радостное мероприятие для мурманчан, которые радуются первой встрече нашего светила. Хотя надежда и была, солнышко наше все-таки до просвета не допрыгнуло. Однако, даже несмотря на это, небо было красивым и предвещало северным жителям скорый приход полноценного дня.